Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1486, события дня, Откровение 1.17. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. За 6 января 2020 года. Ну и обращение о помощи. У нашего старосты в деревне сильно плохой комбайн. И думаю, может, найдется богатый человек и поможет. Вот считайте, тут тормозите курсором, чтобы просчитать все. Вот 4 ролика про семью их, как живут. Здесь все безобманно. У меня желание такое, если бы я разбогател, то первое, что сделал бы, купил Барабашу Игорю Александровичу комбайн к Полесье, белорусский. Он средний такой, не самый дорогой, но не самый дешевый. Вот там масленники у Сергея Михайловича. Посчитайте, что говорят. А вы верите все, что говорят? Ну, откуда я верю, не встречался. Ну, никакого вреда я в нем не вижу. Вот в чем дело. И нападает на него просто необъяснимо как. Ну, что-то не так где-то. Ну, не уничтожать же. Вот кидаются на всех. Удивительно, как меня они не слопают еще. Сергея, помяни его, Господи.
Андрей Недоступ много рассматривал по отдельное событие, дня события. Я говорю, ты займись. Вот он уехал долго, за границей был, где-то работал. А потом опять, на какой минуте, на секунде, о чем говорится. Вот это важно. Особенно я сказал, ты на это посмотри, на собрание. А события дня там не так важно. Интересно, посылка давно с книгами ушла в Америку. Ну и договариваемся, как уже 20 с лишним месяцев прошло все-таки искать. И в это время снова еще заряжаем, посылка дошла. Ни раньше, ни позже. Вот это удивительно. Все. С Александром, с этим Шапкиным разговор пошел. О падшем, о том Саблине, больше 100 лет жил, баптистский так называемый пресвитер. И как его, о нем запрос сделали. Вот этот Рустик, как в армии его там было в Донецкой. Сегодня Рождество, это на Рождество.
я пишу, что разницы нет, что если он баптистом или кто-то неправославный, ничего. Ну вот все, все, вчера день свободный был. Поехал к сестре Татьяне, помыться надо было, постирать кое-что. Ей отдал. Все, сижу тут, занимаюсь. С голубями, с кошками, с воробьями. Ну и из компьютера не вылазишь. На этом все.